Антивоенные активисты в США регулярно проводят демонстрации и митинги с требованием вывести всех американских военнослужащих из Афганистана. Сегодня они провели акцию протеста у ограды Белого дома. Участники митинга требовали окончания войны, закрытия центра на Гуантанамо и безопасного возвращения домой сержанта Боуи Бергдала. Александр Панов передает из американской столицы. В Вашингтоне не стихает политический скандал вокруг освобождения американского сержанта Боуи Бергдала в обмен на 5 членов организации «Талибан». Сегодня в Сенате прошел закрытый брифинг, а завтра на слушание в Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей вызван шеф Пентагона Чак Хейгл. Организаторы сегодняшнего митинга подписали петицию к телеканалу Fox News, требуя непредвзятого освещения этой темы, справедливого отношения к сержанту Бергдалу, который провел в плену у талибов почти 5 лет. Многие издания поспешили назвать военнослужащего, покинувшего боевое расположение без оружия, дезертиром. Его отцу советуют сбрить бороду, чтобы не быть похожим на исламского экстремиста. А торжественная встреча в родном городке американского солдата Хейли, штат Айдахо, отменена из-за угроз. Нашлись люди, которые после интенсивного просмотра телевизора собираются приехать и разобраться с бывшим пленником. Они верят сообщениям о гибели 6 американских военных в ходе поисков пропавшего сержанта. Я прослужила в вооруженных силах 29 лет, проработала 16 лет в Государственном департаменте. Я возмущена тем, как односторонняя американская пресса и особенно канал Fox News рассказывают о молодом человеке, проведшем 5 лет в плену талибов. Его и его семью сделали злодеями еще до того, как он получит возможность рассказать, что произошло. Политикам должно быть так же стыдно, как журналистам. Для них это повод для очередного скандала в год выборов. Под петицией в интернете подписались уже почти 30 тысяч человек. Впрочем, надо сказать, что высокопоставленные военные бывшего пленника поддержали. Министр обороны Хейгл, глава Объединенного комитета начальников штабов Демпси, бывший командующий в Афганистане МакКристал не спешат осуждать сержанта. Они изучают 35-страничный служебный доклад об уходе Бергдала с базы. Все ждут объяснений самого героя скандальной истории, проходящего курс психологической реабилитации в Германии. Мы не знаем ответов на многие вопросы, но я служил в этом районе. Каждый, кто был там, понимает, уйти с базы без оружия – это шаг отчаяния, это попытка самоубийства. Он дошел до морального и психологического предела. Наверное, решил, что нет другого выхода. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, просидевший во вьетнамском плену 6 лет, полагает, что 5 террористов-талибов, отданных за одного американского сержанта, неприемлемая цена. Другие законодатели, в том числе демократы, недовольны тем, что президент за 30 дней до освобождения не уведомил Конгресс о сделке. По закону глава государства обязан предупреждать законодателей перед тем, как выпустить на свободу узников Гуантанамо. Но Обама и его команда говорят, что цена не имеет значения. Америка своих военнослужащих не сдает. Кто он, 28-летний Боуи Бергдал? Жертва войны, пацифист-одиночка или банальный дезертир, которого ждет военный трибунал? Митингующие предлагают не торопиться с выводами и ждут пленника домой, а вместе с ним возвращение всего американского военного контингента из Афганистана. Александр Панов, Дмитрий Шахов, RTVI, Вашингтон.